Журналисты сообщили тревожную новость: Зинаида Кириенко попала в больницу. Поклонники переживают за состояние звезды советского кино. Зинаида Михайловна в момент приступа находилась дома. Актриса резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Звезду советского кино привезли в одну из клиник Москвы. По слухам, у нее выявили симптомы коронавирусной инфекции. Позже сын Зинаиды Михайловны подтвердил версию о ковиде. У актрисы обнаружен новый, более заразный штамм, омикрон. Поклонники переживают за здоровье кумира, ведь летом ей исполнилось 88 лет. Значит, она в особой группе риска. Сейчас, по словам родных, Кириенко находится на домашнем лечении. Напомним, что в профессиональной копилке актрисы десятки работ в кино и театре. Кириенко особенно запомнилась зрителям по таким фильмам, как «Судьба человека», «Поэма о море», «Казаки» и другим. А вот по-настоящему всенародная любовь к ней пришла, благодаря роли Натальи в «Тихом доне» Сергея Герасимова. Она там просто Афродита, пишут поклонники.